мы подтверждаем свою высокую оценку принятому 12 февраля комплексу мер по выполнению Минских соглашений. Россия готова содействовать реализации достигнутых договоренностей. Вместе с тем серьезную тревогу вызывает то, что официальные представители украинской стороны в лице министра иностранных дел Украины Петра Климкина, а также некоторых западных государств, в частности США, по сути солидаризировались с мнением радикальных националистов в Верховной Раде и стали искажать содержание Минских договоренностей, ставя под сомнение реализацию конкретных положений одобренного лидерами России, Германии, Франции и Украины документа. На фоне заявлений представителей Донецка и Луганска, которые говорят о своем ответственном отношении к выполнению принятых на себя обязательств, целый ряд высказываний, сделанных украинскими политиками в Киеве, настораживает. Вновь заявляем, что главный посыл Минских соглашений состоит в том, что необходимо прекратить боевые действия, осуществить отвод тяжелых вооружений, приступить к реальной конституционной реформе на Украине. Рассчитываем, что все подписанты Минского документа от 12 февраля, а также стороны, поддержавшие Минский процесс, включая Германию и Францию, сделают все, чтобы достигнутые договоренности неукоснительно выполнялись. Еще раз призываем стороны украинского конфликта к строгому выполнению принятых на себя обязательств.